Однажды я общался с одним человеком, который в прошлом занимался мореным дубом, и он рассказал одну историю. Однажды они перевозили дуб, и им пришлось ехать по другой дороге, в объезд. И там, на полпути, они остановились в одной деревне на берегу. Хозяин, который их принимал у себя, поделился своей историей и своей жизнью. Он когда-то работал на заводе и был простым рабочим. И так получилось, что в один вечер он возвращался домой, будучи пьяным. И, видимо, упал, уснул, потому что он обморозил все пальцы ног своих. И чтобы он не умер, ему пришлось их ампутировать. Естественно, на заводе он уже работать не мог. Поэтому дома он начал просто из дерева вырезать разные игрушки, разные фигурки, расчески, ложки. А в этой деревне был небольшой поток туристов. И однажды там проездом были люди из Голландии. Они увидели работы этого человека и стали оставлять ему заказы. То есть они приезжали, оставляли аванс, позже уже приезжали, забирали вырезанные фигурки и щедро расплачивались с человеком вот за его труды. То есть и такое бывает в жизни, когда через какую-то беду человек обретает призвание всей своей жизни.